Всем привет, с вами Мистер Эл и добро пожаловать в Майнкрафт версии бета 1.5. И посмотрите, сколько тут дофигища железа. Я его не добыть не могу, я его не добывал, чтобы не тратить кирку. У меня кирки вообще нету. Да, я все потратил, все кирки потратил, надо уже как-то, не знаю, делать новую, наверное, каменную сделаем. Ну ладно, сейчас... А потом добудем железо и потом разровняем почву. В общем, вот как сейчас выглядит этот остров. Да, после долгих, мучительных 6 часов работы в этом Майнкрафте я сравнял все с землей. Почему 6 часов? Ну, я где-то час снишу, час отдыхаю, час снишу. Ну, в общем, как-то вот таким вот образом. Я уже сделал песчаник, чтобы не делать это... кадре. Ну, тут еще песка у меня осталось, ну да ладно. Да, вот я даже, кстати, удивился, то, что у меня получился столь очень много песчаника. Думал, меньше получится, но на самом деле тут, не знаю, очень много стаков. Да, так, поэтому мы сейчас будем делать тоже фундамент для нашего замка. То есть, я так думаю, наш фундамент будет проводиться по берегу. Я там видел глину, но... Главное то, что нам сделать стенку на данный момент. Ну, сделан как-то вот таким вот образом. То есть по берегу будет проводиться наша стенка нашего замка. Да, конечно, мы уже стак потратили. Да, походу мне еще придется где-нибудь добывать. Ух ты, уже темнеет. О, щит. Так, ладно. Сейчас. О, у меня нету кирки. Ладно. Потом уберем. Давайте. Вот тут, наверное, я поставлю башню вот на этом месте. Так, а пока сходим поспать. Ну и заодно сделаю, наверное, кирку. Так, бегать я тут не могу. Поэтому будем двигаться, как черепахи. Как видите, я тут тоже сравнял. То есть фундамент вот этот вот осталось. Ну, тут тоже надо было снять, ну да ладно. Так, возьмем на всякий случай меч. Вдруг появится зомби. Не люблю я зомби. А, зомби не появились. Замечательно. Так, у меня тут вижу дерево. Так, сделаем две кирки. А, не, уже привычка. Так, нажимать на shift, чтобы всякий предмет появлялся сразу в инвентаре. Ну ладно, что ж. Так, где тут лишний? Наверное, и вот этот уберем. Мы сразу сюда поставим. Чтобы сэкономить немножко, но то очень много придется нам потратить. Так. Так, ну, глина сама собой потом добудется. Но это потом, так. Где нам то сделать башню? Ну, давайте здесь куда-нибудь поставим. Например, здесь. Три. Раз, два. Раз, два. Так, тут будет третий, например. Тут раз, два. Раз, два, три, раз, раз, два, три. Вот так вот. Как-то у нас вот такая стенка будет, но да ладно. В принципе, у нас, наверное, будет, да, две башни, потому что на башне придется очень много ресурсов тратить. Мне как-то не хочется в основном тратить песчаник на то, чтобы делать башню, потому что нам и так придется делать немалую работу. Это, во-первых, сделать стенку, которую, как видите, мы уже потратили около 2 стаков. Я просто сбился со счета. Ну, таким вот образом сделаем. Так, вот так вот. Ой-ой-ой, броня спасла меня. Так, ямы я тут оставил на всякий случай, я их не взрывал, все-таки. Тоже. Может, что-то построим, не знаю, например, какое-нибудь хранилище или же что-нибудь другое. Ну ладно, все придумаем. Со временем придумаем. И со временем все построится. Так. А тем временем я продолжаю строительство стенки. Конечно, я вот боюсь то, что у меня даже на сам фундамент не хватит. Так. Что у нас тут будет? Тут надо подумать. Во-первых, сама стенка. Так, ладно, тут мы подумаем. Пока
продолжим тут ставить блоки. Так. Да, все-таки, наверное, придется нам еще какой-нибудь остров ограбить. Так. Хорошо. Теперь достраиваем вот эту часть стены. И идем в ту часть стены и будем думать, как там и что поставить. Потому что... А, так у нас появилась кирка. Можно и добыть. Добыть железо. Так, и продолжить строительство нашей стенки. Так, тут... Тут у нас вот это вот не надо. Ну, я так думаю, многие поняли принцип строительства замка. Ну, как-то вот такое вот у нас получится. Ну, главное нам построить сейчас фундамент. Там дальше потихоньку и потихоньку грабить острова с песком. Может даже их вообще убирать. Так, железа не надо. Я вот даже когда равнял, вот специально не добывал это железо, чтобы не тратить лишний раз кирку, чтобы по 20 раз не ходить. У меня даже вообще кирки истратились, все лопаты потратились. Хорошо. Так. Как у нас тут будет идти? Разве что только вот так вот. Больше варианта я не вижу. Вот так вот. Ну да, в принципе. Двойная стенка. Просто не знаю, как ее оформить. Могут быть затруднения, конечно. Так, это лишнее. Ладно, как достроим стенку и начнем строить башни. Башни построим, а вот эту стенку тут надо уже подумать. Потому что не знаю, как ее тут оформить. Наверное, тут будет единственный большой проход. Да. Ну и что ж, построили основу. Да, конечно, сам какой-то у нас реально получился большой. Зато эпично. Эпично. Так, ну, в будущем можно, допустим, стенку преобразовать, допустим, в тот же, вот тут, например, башню. Или же во что-нибудь другое. Да. Хорошо. Так. У нас стенка идет в три блока. Значит... Мы сейчас должны весь этот слой положить два блока, еще один слой повесить наверх. Так. Немножко поставим себе песчаника. Так. Добываем. Ой, что я говорю, добываем. Ставим блоки и делаем стенку. Да, но все же у нас, походу, не хватит. А, в принципе, можно вот эти вот ограбить тоже. Я-то старался делать, чтобы все ровно, и вот эти ямы не создавать. Но, по всей видимости, лишний нам песчаник, который тут находится, не помешает. Да. Так, ну ладно, пока я ставлю стенку. Сделаем быструю перемотку, чтобы вам не смотреть на вот это вот все большое, прибольшое дело. Что ж, как это правильно сказать? Приятного просмотра, что ли? Thank you.
Ну что ж, ладно, дорогие друзья, в принципе, стенку я первую сделал, остался второй слой, не знаю, давайте тогда сделаем так, следующая серия у нас будет посвящена добыче вот этой вот всей конструкции, я скажу приветствие, и будет оно в перемотке, ну, поставлю какую-нибудь такую прикольную музычку, хорошо, ну ладно, в принципе, я так думаю, мы договорились. Да, вот. Потому что я вот сейчас вот, когда оставил стенку, так подумал, почему не записывал, как я снес эту стенку. Ну, я имею в виду скалу. Потому что, я так думаю, в быстром темпе, вот в перемотке, это все будет прикольно выглядеть. Я вот сейчас заодно сам посмотрю, как это будет выглядеть, как я это оставил стенку. Я так думаю, прикольно. Ну что ж, а на этой минуте я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели. И в следующей серии мы будем добывать много песка. Много. В быстрой перемотке заодно будет красивая, сногсшибательная музыка. Это да. Заодно, может, что-нибудь еще так подыщу. Ну, всем удачи и до новых встреч. Увидимся в серии, где будет много песка. Да, и этого песчаника. Заодно железо сейчас добудем и сделаем кирку железную. Всем удачи и до новых встреч.